Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 31 марта. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Дмитрием. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как посвященный богине Деметре. Небесным покровителем его является священномученик Дмитрий Розанов, пресвитер. Почти 130 лет назад в Московской губернии в семье псаломщика родился мальчик по имени Дмитрий. Сын решил не рушить династию и тоже посвятил свою жизнь служению Господу. Получив духовное образование, его рукоположили во священника. Служба отца Дмитрия проходила тихо и мирно, пока не случился большевистский переворот, после чего Дмитрия Розанова мобилизовали в тыловое ополчение Красной Армии, где он прослужил 3 года. С каждым годом безбожники, стоявшие у власти, все больше притесняли православную церковь. Священнослужителей обложили непосильными налогами, за неуплату которых судили. Так под следствие попал и батюшка Дмитрий, которого приговорили к принудительным работам. А в 1937 году советское правительство и вовсе дало распоряжение на физическое уничтожение церкви. Священник Дмитрий Розанов был арестован, а храм закрыт. Батюшку тоже решили устранить. На него собрали лжесвидетельствования, обвинив в поругании советской власти. Активные селяне написали заявление на отца Дмитрия, которого впоследствии осудили на 10 лет и отправили отбывать наказание в рабочий лагерь. Только не прошло и года, как священник скончался в Бамлаге на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Его бездыханное тело погребли в безвестной лагерной могиле. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Кирилла, Трофима и Наталью. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!